нужно поговорить с ним. Твари! Хочешь принять очищающую ванну? Мне нужны сведения. Тогда отправляйся прямо... Я хочу знать больше о спартанке, которая... Твой орел нагадил тебе в уши. Мне не положено разговаривать с наемниками. Я не говорил о детях. Не умничай. Женщины с детьми здесь нередко. Я могу помочь. Змеи! Змеи. Они повсюду. Они кого? Один. А если я... О, разумей. Каким образом? Асклепий посещает сны. Как? Это все Дареус. Я мигом. Не убивай. И что мне так... Змей привлек... Я очищу бань. Я могу убить их по одной или утопить всех сразу. Ну? Я порубил этих скользких туп... Мои змейки! Что вы сделали? Они заползли в мои бани. Ты... Хорошие змеи, мертвые змеи. Ты запла... Ну? Что, ну? Ах, я избавился от змей. Собственно, я ничего не знаю. Змеи, чтобы их... Хоть имя узнал. Мидон. Это он. Приветствую тебя. Нет, я... К этому священному месту Гера ведет многих матерей. Что это? Это записи. Вспоминать обо всех ни к чему. Мне нужно... А, да. Слушай, я не причиню вреда. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом... Не говори. Я понял. Иди. Так веди. Сюда. Вот так. Если кто-то увидит, меня убьют. Что может угрожать жрецу в святилище? Многое. Время такое. О, помню этот случай. Это было во время великого мятежа. Ты тогда был ребенком. Давай без подробностей. Ближе к делу. У той женщины в горле завелись черви. Асклепий отрезал ей голову, чтобы достать их, а затем пришил обратно. Мне явно нужна не она. И что бы сказал Гиппократ о таком лечении? Гиппократ – умелый целитель. Из него мог выйти толк. Мог? Он и сейчас лечит больных. Он всегда полагается на себя, но не на милость богов. В вопросах жизни и смерти так и надо. И все истории такие странные. В наше время Фукидид, Эврипид и этот болтун Аристофан описывают все как есть. Но интереснее узнать о героях, о чуде, тайне, богах. Здесь говорится о раненом мужчине. Собаки вылизали его и исцелили. Благородные звери.
Это бессмысленно. Эти истории дают людям надежду. Но только не мне. Расскажи о Хрисис. Она влиятельна и опасна. Но так было не всегда. Она появилась здесь ребенком. Жрецы ее забрали для служения богам. Она была умна и решительна. И скоро уже жрецы сами стали к ней прислушиваться. Ее любили, но ее сердце навсегда ожесточилось. И когда это безумие овладело ей, все, кто посмел ей перечить... Что же? Я сказал, даст. А как насчет этого? Дай угадаю. Тут написано «Испарт». Почему больше... О, я... Сейчас, я расскажу. Я это помню, хорошо. Спарт... А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву Геракла, у входа в святилище. И ж... Что это тут у нас? Жрец и наемник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстос. Я как раз направ... Неужто? И... Жрец учил меня врачевать раны от мечей. Да, раны. Серьезно? И как Тимоксен предлагает лечить такие ранения? Сами. В каком смысле? Они вылизывают раны. Отлично. Не выдавай все свои тайны, Тимоксен. Кто будет приносить дары, если больные смогут лечиться сами? Нет, нет, ни за что. Если позволите, мне нужно удалиться. Ты все узнал, Мистей. Пожалуйста, уходи. Достойная смерть для наемника. Старый жрец прячется у дерева. Древо Геракла. Сдается мне, оливки любят больше, чем легенду. Так где же жрец? Спасибо, что не выдал, Мистей. Что еще ты знаешь о Спарта? Эта женщина оставила одеяльце. Она ушла? Что? Да, Хрисис права. Ты нас подвел, Тимоксен. Плейстос, нет! Отойди, жрец! Вот он где.
помогите ей! Снова пусть Асклепий. Она умрет? Если боги не услышат. Я могу что-то сделать. Мне говорили о хозяине Арла. Не трать время же. Больных все больше. Аликар, что ты при... Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежной шкурой. Я трону твоим участием. Все жрецы поклялись Хрисис, что не... Но я служу богам и больным. Окрестности огром. Последний раз... Зачем везти? Мы польем его голову водой. Расскажи, ах. Мы обучили ее всему, что знаем о врачевании, об... Я приведу бы. Белый бык. Я опоздал? Давай, давай! Не стоит здесь оставаться. Вряд ли он умер по своей воле. Я заберу сердце. Хватит и его. О, противно. Надеюсь, этого хватит. Если им нужен целый бык, пускай приходят сами. Удалось найти бык. Я не смог привести зверя живым. Так Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для... Прошу, мистер. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину Арголиды. Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что? Ничего, помоги лучше им. Ты убил быка. Выбирай. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Остальное я сдержался. Спартанка, что ты? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Отрезал язык? Если он не с больными, значит... Спать. Эти люди то... ближе. Попробую найти укрытие. Я тебя убью.
Стража! Их нет. Ты должно быть мед. Он не мой. Я знаю. Это дело... Я думал, он сделал это. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисе заставить... Мидон Щет? Пусть отвечает он. Он может ответить только да или нет. Все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Ты знаешь, куда она... Говорят, с ней был ребенок. Ее дочь? Малышка была при смерти, когда... Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что мог. Женщину из Спарты. Звали Мирин? Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Я не верю. Мертва? Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома. Стоило вырвать язык и тебе! Я хочу говорить с тем, кто видел все своими глазами! Хрисис забрала ее, так? И скрыла правду лишь где Хрисис. Теперь ты готов меня выслушать? Не зли меня, ну! Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Люди ищут здесь исцеление. Но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Алтарь Аполлона Малиадского. Ха-ха-ха!
Это статуя Аполлона у алтаря. Все ясно. Предупреждение. Умрете здесь! Похоже, убийство это у вас семейное, о, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Куда отправила? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Делец должен был привести ее назад ко мне, но ей все равно не скрыться. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь, научила страдать. Ты пытала ее? Научила выживать. Я убью тебя. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Речь не только о моей семье. Ты... Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Мой сын! Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере. Разве так должно быть, твой... И ты его спас. Хвала, все Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее! Ah!
Мисти, помоги! Тише, скажи, что случилось? На нас напали в лесу. В лесу, говоришь? Они забрали еду и лошадь. Хохот? И на... Да. Если твой муж остался там один, долго он не продержится. Прошу. Я найду твоего мужа и разбойников. Когда ты спас дитя, я поняла, ты не бросишь человека в беде. Хрисис убила его, чтобы заманить меня? Умереть от руки величайшей жрицы Геры – большая честь. Он не противился. Теперь в моем совете освободилось место. Ты еще можешь примкнуть к нам. Ты лишилась рассудка. Это безумие! Мир, в котором убийц вроде тебя чтут героями. Вот безумие! Ты сама создала такой мир! Я против него! Хорошо. Раз ты желаешь лишь сеять хаос, желаешь слыть убийцей, нападай, дитя! Ты мог бы примкнуть ко мне. Могли бы править миром в небе. Отдай мне свою жизнь! Подлая змея! Я не твое дитя. Я найду мою мать, и мы снова будем вместе. Я все исправлю. Это за мою мать и все разрушенные тобою семьи. Thank you.
Берегись взгляда Горгоны. Как скульптору удалось передать каждую мелочь? Буду осторожен. Huh?
Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Oh boy.
ноги. Как же жарко. Сбивай огонь! Скорей! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Кажется, Гефест зол. Интересно, он недоволен войной? Thank you.